короче, как мы почти. Ну, играть умеют. Чё, так, берёшь? По 250 по стандарту. Я через апорты. Ну, понятно. Ой, ладно, я пуш. Давай, пуш мид. Блин, а ну же серьезно? Он закрытил, гад. Поганый. Ай, ногу подвернул. Ладно. Зато я всегда сложно стёр. Да, за тебя всегда посложнее будет играть. А вот уже потом на расслабоне. Так, я сейчас маг 10 возьму. Можно да? Я через оттуда? Окей, я там через под флешку залечу. Давно так не делал. А враги же не видят, как мы ставим метки? Нет. А вот это в чат каждый. Воу! Что ты ему сделал? У меня 32 хп осталось. Я чуть не умер. Где? Давай как мышка. Я не знаю, откуда он выйдет. Понятно. Я буду чекать вот это место. Стой, это его нога? Или мне кажется? Нет, тебе кажется, там никого нет. Там никого нет. Ну, показал. А пошуми, отвлеки его или нет? А, он бамбу сейвит. Понятно. Ну, он и взял твой калаш, в принципе, но я не сомневался. Всё, нам хана, он калаш жил. Не, типа, я так и думал, что он будет сейвить бамбу. А как я возьму? Я вот что возьму. Я под флешку вот там залечу, как обычно. Я оттуда. А, давай там за... Пуш с той стороны, где я сейчас метку поставил. Хорошо, перекрестный огонь. А. Вот, бился красавчик. Ох, ты ж сперкил у меня, да. Сереж, знаешь, на что это было похоже? Сереж. Так, сейчас чеку библиотеку, когда библиотека пустая. Когда свет в комнате включили. Да. Имбаночка, Тимур. Да я понял. О, да мой рабчик. Так, калаш забираю. Калаш забираю. Я не буду. Я сейчас, пофиг. Я твою Аня. Пофиг, что я не успел заплентить. Так, калькулятор нужен? Да, давай, калькулятор мне пригодится. Ой, блин, моя... Давай куплю калаш на следующем раунде. Нет, еще. Ёпик, это топчик. Согласен. Спасибо. Так, я ему на ней жесткий. Так, Тимур, отвлекай, я планчу. Угу. Хорош. Еспа, как лоха! Синяя. Я думал, будет намного сложнее. Честно, да. Го, там, короче, я под флешку залечу и свалю в апорты. Так, ну может перекрестный огонь, давай. Go, ладно, давай, давно не было. Ну, я оттуда. Ай-яй-яй. Ай, фул флеш. Вижу. Глазам больно, да, Сереж, глазик? Смотри, что мы сделаем. Мы сделаем вот так вот. А мне куда идти? Сиди здесь. Я чекаю апорты. Не, ну я чё, я не прочь. Не, ну а шо? Слушай, я пойду, мне кажется, тут как-то спрямно. Сереж, ты как? Давай, ты как хочешь, иди я... вот по левой стороне. Я через апорт пойду. О, спасибо! С АВП в библиотеке. Нет, не выходи там. Иди. Я понял, это... Беги, уязвим. Короче, через... Беги, не шифтись. Беги с другой стороны. Ну ладно, может с этой. Только будь осторожнее. Хорош. Я хотел, типа, чтобы ты с другой стороны зашел. Не бери, пожалуйста. Вот так. Всё. Вот так вот. Я хотел, чтобы ты зашел с другой стороны. Типа, застал врасплох, типа, там же... Типа, ты бы мог подобрать ему и бомбу и заплентить. Ну, кстати... Я там под флешку. Блин, вот не вовремя, честно.
Так. Я через ап пойду. Хотя нет. Опасно. Так, чек ап, чек я арку. Арка пустая. Опа! С дробовиком. Так я и знал. А, тебя тоже покрытие, съели? Да? Я так и знал, что меня там постушит он. Я беру две флешки и дикой. И дикой я сейчас закину в это. Типа под видом флешки. Я иду на А. Ты где? Там. Кленчу. О, 10 хп. Дробовик возьмешь? Вот он. Не, не надо. У меня эмка. Хм, 1014. На, бери. Тимур, давай. Куда? Куда так, же мне пойти? Я там. Ну ладно. Ныряю в арку. 50 хп осталось. Два. Какой хороший человек. Мне хана. А это ты где сидишь? А, выходи, выходи. Только шифтись. Один со стороны я... библиотеки с АВП. У меня палец болит на шифт нажимать. Вот да, с этой стороны лучше иди. Слышал? В имбовой нычке. Да блин, козёл! Жалко. Ну, козёл! Тимур, самое главное, что мы 4-4 вышли за теров, а не за КТ. Хорошо, вроде. Угу. Мы должны затащить. Да, мы должны, мужики. Давай на Ярик. Чё, с чеспом пойдём? Я возьму 5-7, мне 5-7 нравится, хороший урон. Го, ну, тогда пушить не больше. Будем. Го аккуратно сыграем вначале. А может я аккуратненько в крысу? Так, я, короче, ладно, сиди в библиотеке тогда. О, спасибо. Я чекай апорты, я буду чекать это. Ай-яй-яй! Ай, они идут тихо. Наш спавн. Один у меня, походу. Минус. Минус 66 дал. Нет, она сила. Блин, а у тебя патроны все заканчиваются. Блин, сраный патроны. Подбери так 9. Не-не-не. Тебе надо быть более маневренным. Тебе не надо на шифте ходить. Сядь в яму, сядь в яму, в яму, в яму. Да. Чека лучше сена с ямы. Типа через дырку вот эту вот. Он у библиотеки! Он у библиотеки, ты убил бомбу, ему надо бомбу подобрать сейчас. Читаем. Я знал, что он там будет. Вот я говорю, вот это последствия того, что ты захотел скрысить. Ай, все, я больше брать не буду. Так, я беру МП-9 и дикой. Дикой закину в этот. Я пойду аккуратненько там закрыть. Нет. А оттуда можно закрыть? Вот тут можно закрысить. Если меня убьют? Не, ну ты пару. А, все. По-русски? Они все весь раскид тратят на ап на это, на библиотеку. У меня, по-моему. Так, Тимур, сэвлю калаш. Тебе дать? Да, дай, пожалуйста. Они броню не закупили. На, держи. Сейчас я куплю. Мне эмку покупать не надо, если куплю. Не, а даже все. Можно? А? Ладно, сядь в арке тогда. О, в арке, это хорошо. К тебе. По сути, КТ. Ага. Это дикой.
Тимур, двигайся, короче, в крысу ко мне. Через эту сторону. Через запорты. Нет, не через запорты. Почему? К сену. Через сено лучше. Я уже у сена. Все, жди. Спрячься за сеном. Ты хорошо спрятался, сзади подошли. Ох, страшно-то как. Не, ну что сказать, еще да, я готов. Угу. Ты посмотри, как мы идеально идем. Тихо. Брови. У нас счет одинаковый. Минус 70. У нас счет одинаковый с противниками почти. Да. Мы можем почти на ничью вытащить. Короче, я так, так понял, я сяду туда. Куда? Ну, туда, на балкончик капор там. О, блин, хорошо. Вот честно, зря ты уходишь, потому что если они выйдут со стороны библиотеки, у меня дерьмовое оружие. Типа, вдалеке не очень с ним. Так, ты чекаешь? Так, апорты чисто. А где-то в библиотеке что было? Я не знаю, я библиотеку тоже чекаю. Я, короче, тут посижу на балкончике, где я говорил. Хорош. А он с тобой, походу, был. Надо. Я тебе плыву, куда хочешь. Тимур, спасибо, я из-за твоего очка не смог засейвить себе калаш. Давай я тебя куплю, за чё капать? Да забей, 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 не надо, не надо. Сорян. Я сюда. АВП один. Или ССГ. Блин, это хреново. Скорее всего, СГ. Один в апортах. Ага. Он что, по своему стреляет? Что там щелкает? Что они там щелкают? Это дикое, они кидают. Ай-яй-яй! А! Он с пукалкой! Ой, это сложно! Пукалка такая офигенная! А, это не пукалка, это снайперка была. Это G там 36-1, что-то там, S. Букар, как? Sticky finger. Так, Тимур, но мы должны вытащить хотя бы на ничью. Я в яму. Ема, а, ты агу взял. Агу? Я чек апорты. Я тут. Кидай хая в апорты сейчас. Он, скорее всего, с твоей стороны выйдет, так что лучше из библиотеки не выходить. Не, я сижу прямо вот сзади. Я в яме чекаю апорты и сена. Тут, тут его нигде нету. По-моему... Опа. Хорош. Ой, нет, агу. А что у него было? О. Я ничего на калаш взял, ладно. Я в арку. Я тебе молик дал. Хотя нет, даже вот там под флешку залечу. Ай. На респе, на респе. На респе идет через апорты. Давай, заходи там, я сейчас встречу его здесь. И кину молика еще сверху. Он пошел. Да. Так, сейвить пукалку, Тимур. Сейвить? Будешь? Не, вот не все. Она жестче.
А мне она не очень нравится. Давай махнем. Давай. Ну как тебе скинчик? Крутой скин? Хороший, бэушный, ой, стандарт. Ай, мне хаек кинули. Я подрапал в апорты. Блин, минус 32. Он не в дыму, он не в дыму. Хорош. Ой, блин, сложно было. Ну что ж, вот опять же такой удачный ролик у нас получился по инферно. Всем опять же спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.